ЧП в Италии. Семейная пара с 11-летним ребенком погибла в кратере вулкана Сальфатара, который находится недалеко от Неаполя. О трагедии сообщил 7-летний сын итальянцев. Он стал свидетелем гибели брата и родителей. Как рассказал мальчик, его брат попал в запретную зону. Родители попытались спасти мальчика, но сами провалились внутрь кратера. К слову, на его склоны обычно бесплатно пускают всех желающих. Расположенные на вулкане опасные зоны помечены.